Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. В международных фестивалях мы принимали участие не только у нас в стране, но и за рубежом. Вот из последних таких было года три назад мы принимали участие в фестивале российско-немецкой дружбы в Берлине. Но здесь я смотрю более восточный вариант, то есть страны ШОС. Очень отрадно видеть в гостинице, я уже успел наблюдать и индийцев, и китайцев, вот, и другие представители различных стран, которые сюда приехали. Ну, очень приятно играть на международном мероприятии, когда ты свою музыку можешь, так сказать, во всеуслышание заявить, и не только для соотечественников, которые так ее знают. Весна для меня вообще родной праздник, родное мероприятие, потому что свои первые поступ по сцене я начинал именно со студвёсен. Это различные студвёсны в городе Самара, институтские и тому подобное. Мы там играли, выступали, пели песни. Я прекрасно с большим таким благоговением вспоминаю эти студенческие годы, школьные годы. Мы начинали как раз именно со студвёсен. На студвесне очень много талантов, очень много людей, которые мне самому, скажем так, в какой-то степени студвёсны дали путевку в жизнь, я там нарабатывал сценический опыт, исполнительский опыт. Вот. И там, где молодежи есть выступать, есть чем заняться, творчеством тем более, я считаю, что это прекрасно. Ну, что забайкальцы? Поздравляю вас, то, что вы есть, то, что вы забайкальцы. У вас прекрасный край, прекрасная природа, прекрасный город. Живите, будьте счастливы, рожайте детей, встречайте друг друга и доживайте до старости. На бегу хлопай по ложу, нам никто не нужен, нам это пофигу, пофигу. Сегодня и ты после фильма в сторице шагаешь босиком по улице, и если никто не постудится, то сопли непременно расходятся, и ты словно мокрая курица шагаешь босиком по улице.